Десантно-штурмовые войска ВСУ приступили к подконтрольной эксплуатации 6 мобильных минометных установок БАРС-8 ММК, производства ГП «Укроборонсервис». Самоходный миномет предназначен для поддержки действий механизированных подразделений при борьбе с рейдовыми отрядами, диверсионно-разведывательными группами, для контрбатарейной борьбы и так далее. Установка оснащена минометом калибра 120 мм с максимальной дальностью стрельбы осколочно-фугасной миной до 7100 метров. Новейшее оборудование позволяет автоматически наводить оружие на цель, восстанавливать положение ствола после выстрела, определять собственные координаты. Кроме того, она оборудована системой, которая автоматически корректирует условия стрельбы с учетом информации бортовой метеостанции. Существенным преимуществом БАРС-8 ММК является скорость перевода из производного положения в боевое и наоборот. На это уходит втрое меньше времени, чем для подобного вооружения, которое есть на вооружении ВСУ, несмотря на то, что экипаж вдвое меньше расчета штатного буксировочного миномета. Мы полностью профинансировали разработку установки. Наши специалисты создали и реализовали проект компоновки отдельных частей в единый комплекс и сделали боеукладку на 60 мин, что втрое превышает обычный боекомплект буксировочного миномета, отметил директор Укроборонсервиса Владимир Воронин. Напомним, что производство мобильных 120-миллиметровых минометных систем ГП «Укроборонсервис» налажено совместно с испанской компанией «Эверисаара Эспесиал Дефенса СЛЮ». Первую батарею из 6 минометов «БАРС-8 ММК» вооруженные силы Украины получили осенью 2019 года. В качестве базового шасси для машин мобильного минометного комплекса и артиллерийской разведки используется бронеавтомобиль «БАРС-8» производства компании «Богдан Моторс». 10-тонный бронеавтомобиль построен на шасси «Dodge Ram», принятый на вооружение ВСУ в 2019 году, после двухлетних государственных испытаний. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!